В Дрезден после ковидных ограничений вернулся традиционный фестиваль рождественского Штоллена. На рынке Штрицельмаркет местные пекари нарядились в исторические костюмы и приняли участие в торжественной процессии, перед тем, как разрезать огромный праздничный кекс на порции. Эту рождественскую традицию восстановили в городе в 1994 году после воссоединения Германии. Что особенного в Штоллене? Во-первых, он появился здесь, в Дрездене, около 500 лет назад. К тому же пекари с любовью собирают воедино самые лучшие ингредиенты, чтобы приготовить Штоллен, и затем продавать его. Если вы сами попробуете, то поймете, почему он такой вкусный. Полакомиться Штолленом пришли тысячи местных жителей и гостей Дрездена. Мы с нетерпением ждали этого фестиваля. Это такое милое и приятное событие. Конечно, людей много, потому что все хотят снова прийти. Атмосфера очень приятная, уже выпал снег. Средства, собранные из продажи Штоллена, будут направлены благотворительным организациям, помогающим детям.